Здравствуйте, 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 дорогие друзья, привет всем любителям футбола. Третий тур, и сегодня мы с вами посмотрим за матчами между академиями футбольного клуба Ростов и Чертаново. По традиции, первыми начинают самые юные футболисты. Вырабатывает ход Телеляев на правом фланге. Уже на подступах. Штрафной пас как раз таки поперек. Мяч уже в самой штрафной. Отсюда можно и пробить по воротам. Есть удар в створ. Но удар такой, скажем, не шибко уж опасный для Артема Петрова, голкипера. И в одном... Неплохо. А будет ли удар? Телеляев не стал бить. Дальше передачу отдает в штрафную. Шаронин. И вот удар из-под защитника. Вот это действительно было опасно. Артем Петров справляется с этим выстрелом. А дальше что у нас? Мяч в руку попадает. Да, поэтому прозвучал свисток. Этом игроке, как раз Тимур Сеидов, по версии издательства «На карандаше», попал в символическую сборную второго тура благодаря своему хитрику. Так, а что у нас здесь с Артемом Петровым? Так, надеемся... А, прошу прощения, это не Давид Батаев, это Саркис Тверитнев. Так просто сдалека. И номера похожи на футболках. Ой, здорово, какая классная передача. И можно врываться в штрафную. А будет ли удар по воротам? Есть удар! И все-таки справился Данила Маняк. Отразил этот выстрел. И нападки. Первая тайма замена у Ростова. Первая замена в этом матче. И еще один розыгрыш. Здесь неплохо. Подача в штрафную на ближний. Удар даже есть по воротам. И как раз таки Александр Голоборщев, только что появившийся на газоне, на эту передачу. Четвертая минута из компенсированного времени идет. Это был именно удар по воротам. Подбор за Нагорным. Сеитов. Будет здорово, как выбирает на замахе. И на этом все. В первом тайме дает свисток Никита Латынцев, отправляя команды в подтрибунное помещение, отправляя их отдохнуть этой новости. Ну, не новости, а моему предсказанию, скажем так. Так, 54-я минута. Друзья, 54-я минута. Голов мы так с вами пока что не увидели. Здесь опасная контратака. Ой, здорово. Ой, здорово. И пробить бы поворотом. Удар. И есть гол. Сармаджи Оев забивает счет. Только я вам заговорил о том, что нет голов. Хотелось бы их увидеть. И как будто бы услышал меня Сармат на 54-й минуте. Точным ударом отправляет мяч в сетку. Ну, наконец-то, друзья. Открыт счет, Завид гол. Передачу в центр, кто у нас там? Давид Батаян, да, набирает ход. Дальше уже мяч штрафной. Под правый удар по воротам. И кто там? Нет, это не голкипер, это не Маняк. Мяч отбил, по сути, который летел уже в створ. Это защитник. С передача. Отдавал этот пас Мануэль Макартычан. Но получилась передача между, да, сразу же двумя своими партнерами. Еще одна прострельная передача. Где мяч? А мяч в сетке! Не разобрались там защитники. Чертанова дубль оформляет Сармат Джиоев на 68-й минуте. Казалось бы, уже устранена эта угроза. Не получилось с первого раза подстроиться под эту прострельную передачу Сармату. Так, а вот здесь может быть интересно. Это удар по воротам, и что мяч в штангу попадает после выстрела Глеба Белоусова. Но не везет Чертанова. Так и есть. Дает финальный свисток арбитр, фиксируя итог в этом матче. Победу Ростова 2-0 на Чертанова. Дублем в этом матче отметился Сармат Джиоев на 54-й минуте и на 68-й.